На новой выставе у Могилевским областным мастацким музеем имя Павла Масленникова «Триумф реализму» у выконании Бориса Первунинских. Усё свое житё вядомы могилевский мастак просвятил адлюстраванню життя людей и прыгажосці природы. Выстава «Шлях майстра» у Могилевским областным мастацким музеем имя Павла Масленникова мемориальная. Яна присвечена Борису Первунинских, вядомому могилевскому мастаку. Мастацтва – это другое житё, потому что мастак протягивает жить у своих творчих работах. Эта выставка – это дань памяти Бориса Ивановича Первунинских, который, увы, как нет, год с нами. И мы хотели этой выставкой показать его талант, его творчество, тот труд, который он явил миру, художественному миру. И тем самым мы открываем эту выставку сегодня. Для Евгена Беловусова Борис Первунинских был выкладчиком в училище культуры по одной из мастацких дисциплин. Наставником строгим, але вельми поважаным. Про это директор музея рассказал на церемонии открытия выставы. Удова мастака Зоя Константиновна показала усім фотоздымок дитячих ботов с вядомой цитатой китайского философа Лао Цзи про то, что шлях у тысячу миль начинается с одного кроку. Коли додать до фото агрыза коловка, то с гэтага почался творчий шлях мастака Бориса Первунинских, на яким довелося упарта працаваць. Яго узгадываюць як прыстойнага і сумленнага чалавека і ў творчасці, і ў жыцці. Чувство очень трепетное, потому что многие работы создавались на моих глазах. Я была еще маленькой девочкой, наблюдала, как папа пишет натюрморты. Иногда он брал меня с собой на природу и делал наброски. Поэтому это все очень памятно и очень дорого. На выставе «Мой шлях» больше за полсотни картин с фонду Мастацкого музея семейной коллекции Первунинских. Разностайные, прыгожие, с сенсом. Например, с сенсом обовязково памятать ахвяру войны и заховать мир. Бориса Ивановича, який народился в 1941 году, хвалявали в отгуке «Великой отчинной». На початку 2022 года телерадиокомпания здымала выставу «Мой шлях», присвеченную 80-годию Бориса Первунинских. Як быть добрым человеком – это заповед мастака. Человеку только нужна любовь, способность трудиться, любить свою профессию, любить всех людей и работать для них. Выстава «Мой шлях» будет працаваць у Могилевским областным мастацким музеем имя Масленникова до 15 вересня. Илона Иванова, Леонид Сикорин, новини региона.